Здравствуйте, добро пожаловать на портал «Неврозы Мегаполиса». Меня зовут Алексей Красиков. Хочу пригласить вас 2 марта на очередной вебинар, который будет посвящен депрессии. 2 марта в 12:00 из любой точки мира вы сможете к нам присоединиться. Итак, много лет работы помогло мне наблюдать за моими клиентами и, так сказать, найти закономерности входа в депрессию, ее развития и ее пути ее выхода. Систематизировать все это в единую концепцию и представить своим студентам, ученикам и клиентам. Сначала я представил своим ребятам в группе, которые занимаются в конце 2013-го, начале 2014 года, и спросил у них, стоит ли вам рассказать об этом, то есть популярно. Все сказали, стоит. Поэтому примерно 50-60 человек сказали, стоит. Значит, наверное, это о чем-то говорит. Мы будем рассматривать следующие вещи на вебинаре. Я вам расскажу о том, что на самом деле депрессия – это не совсем то, что вы понимаете. Многие думают, что это состояние, в которое вы куда-то уходите, а потом из него надо выходить. На самом деле это не совсем так. Состояние депрессии – это наше естественное состояние, в котором все мы каждый день находимся и начинаем свой день с этого. Разница лишь в том, как мы обходимся с этим состоянием, и вот именно способность обходиться с определенным состоянием и является разницей между тем, кто в нем остался, и это называется депрессия, такая нулевая координата, либо те, кто ушел и определенным образом механизировал собственный день, собственные обстоятельства. Есть два принципа. Первый принцип называется механизация эмоций. Это механизм, как мы видим определенные обстоятельства, определенные предметы нашей жизни. Я расскажу, как это происходит, в чем есть главные ошибки. И вторая часть, очень важная, называется принцип радуги. Я расскажу о том, при чем здесь ваше детство и сегодняшние эмоции, почему нас тянет иногда так сильно к каким-то людям, почему мы так сильно нуждаемся в каких-то людей, в людях каких-то, и почему мы так сильно переживаем, если этих людей нету в нашей жизни, или мы их теряем так или иначе. Я вам расскажу о том, наверное, главный секрет того, что почему все мы разные, и почему все мы смотрим на одинаковые вещи по-своему, почему для нас один поступок является абсолютно естественным и нормальным, а для кого-то этот же поступок является совершенно приемлемым или, наоборот, неприемлемым. Все это связано с принципом механизации. Каждый человек – это уникальная система, которая механизирует все, что его окружает, по-своему. Мы не живем в единой системе эмоционального фона, где есть некоторые правила, да, эмоционального реагирования. Каждый из нас – это собственная галактика. Я покажу вам, как вам самим научиться контролировать и понимать эту галактику, из чего она состоит, как она механизируется, как вы понимаете эту жизнь. Ведь посмотрите на вот эту, допустим, картину, да? И каждый из нас относится к ней по-своему. Вот именно это и есть принцип механизации. Я расскажу вам, как вы относитесь к предметам, к словам, к обстоятельствам. Ведь если вас кто-то наступил на ногу, это просто один скелет наступил на ногу другому скелету. Но есть определенные принципы и законы, по которым вы испытываете определенные эмоции или не испытываете их вообще. А то же самое касается, что есть того, что есть люди в нашей жизни, которым нам тянут друзья, нас тянут друзья, подруги, мужья и жены. И потом, если мы их теряем, мы тоже испытываем эмоции. Когда мы с ними, нам хорошо, когда у нас их нету, нам плохо. Я вам покажу, с чем это связано. Еще покажу, что такое, почему детские отношения тоже очень важны. Понимая того, как детские отношения заложили способность механизировать определенные вещи, и будет ответом на то, почему вы именно так реагируете на отдельные обстоятельства. И самое главное, что с этим делать? Что сделать с тем, чтобы основные правила, чтобы вы научились механизировать ваши обстоятельства не так, как раньше, а более разнообразно, более полноценно, более гармонично, более жизненно, что ли, да? Именно это многие называют путь к счастью, путь к просветлению, путь там еще к чему-то, там называете это как хотите. Я называю это состояние, где вы сами хозяин собственных эмоций, хозяин собственных поступков и собственного мировоззрения. Вот это очень важно. Будет очень много практической части, я вам покажу. И в основном будем работать с эмоциями, потому что это самое главное в понятии депрессии и в понятии терапии депрессии. Итак, 2 марта в 12:00 я вас жду. Оплачивайте, пожалуйста, вебинар заранее, потому что 1-2 марта оплата приниматься уже не будет.
Поэтому чем раньше оплатите, тем лучше. Оплата может производиться, опять же, как через сайт с помощью карточек и электронной валюты, так и через банк с помощью обычного платежа. Все справки вы можете узнать только у меня ВКонтакте или в моем личном скайпе, или ВКонтакте в личных письмах. Техническая поддержка будет осуществляться мной через скайп или через контакт. Все очень просто. Я уверен, что вы не пожалеете и можете спросить у ребят, которые занимаются у меня в группе, что именно вот это понятие механизации эмоций, механизация страха и принцип радуги дает людям очень важные знания и принципы, что с ними происходит, и самое главное, практические навыки, что с этим нужно делать и что все зависит от вас. Это очень важно. Жду вас 2 марта. Уверен, что этот день во многом поменяет ваше мировоззрение и поможет вам быть более позитивным, более счастливым. Спасибо, до встречи. Ваш Алексей Красиков, невроз мегаполиса. До встречи, пока.